Международный день музыки ежегодно отмечается во всех странах. 7 простых нот много веков назад покорили человечество. Мы рождаемся с музыкой, она всегда звучит в нашем сердце. У кого-то громче, у кого-то чуть тише, так становятся музыкантами. Дарья Тарусова с детства играла на всем, что только попадалось под руку. Одаренную девочку заметили и пригласили на прослушивание. Мне сначала я была на хоре, и мне сказали, что у меня очень чистый голос. И сказали, на следующий день сказали, что в 5 часов будет прослушивание, и я должна туда обязательно пойти, выступить и, ну, выложить все проценты и показать то, что я очень музыкальная девочка. Я выложила и прошла, и дальше были еще экзамены, конкурсы опять, ну, и я все-таки прошла, и я очень обрадовалась, и мама даже моя не знала о том, что я иду на этот экзамен, на прослушивание, но я была готова, я очень хотела заниматься музыкой даже, ну, с детства, и я пыталась как-то играть, там, у меня были игрушки какие-то, ну, я пыталась всеми способами научиться играть на фортепиано, именно на фортепиано. Пианисты считают, что король музыки – рояль, и таланта одного недостаточно. Надо много работать и трудиться, чтобы королева музыка покорила короля. Рояль, король, все это замечательно, но для этого короля мы должны так трудиться, чтобы музыка была королевой. Нужно очень здорово работать, прежде всего. Тут талантов одних и способностей совершенно не хватает. Нужно обязательно трудиться. В школе искусств по традиции День музыки широко чествуют именно фортепианный отдел. Одно из самых больших по количеству и именитых по наградам и званиям отделения. На сцену вышли даже подготовишки. Их руки пока не бегают резво по клавишам, но это дело времени. Уже через год они так же, как и старшие друзья, будут завоевывать награды на разных конкурсах. Ну, надежды – это у всех очень большие, у всех преподавателей школы, безусловно. Но я думаю, что мы, как и всегда, я считаю, что на фортепианном отделе у нас больше всего лауреатов, дипломантов по всем конкурсам и районных, и зональных, и международных, и всероссийских. И поэтому хочется, чтобы успехи и в этом году были. Дети замечательные, преподаватели замечательные у нас на отделе. Все очень работоспособные, очень у нас дружелюбные. Взаимопонимание есть, и поэтому, наверное, и вот такой вот достаточно высокие успехи. Концерт на одном дыхании и в продолжении стихи Елены Петровой «Музыка, вечная музыка». Черные, белые клавиши, нотки, как птицы, летят, звуки чаруют сердце, о чем-то своем говорят. Музыка, вечная музыка, ты слушать ее не спеши. Волшебными звуками чудо ложится на струны души. Музыка, вечная музыка, созвучна моей душе. Черные, белые клавиши, играть я готова уже. Не осталось никаких сомнений, король рояль в этот день был покорен королевой музыкой. Звуки радости и счастья заполнили концертный зал школы искусств.